Сегодня мы всех пригласили на замечательное мероприятие, которое называется «Книжное воскресенье». Этот проект инициировала, организовала компания «Газпром». Вот в рамках выставки «Форум России» на ВДНХ каждое воскресенье мы проводим литературные встречи и презентации книг. Сегодня мы вас пригласили на встречу с замечательной актрисой, талантливой и прекрасной женщиной Верой Валентиновной Алентовой и с книгой «Все не случайно». Вот, вам вопрос. Как родилась история создания книги? Весьма примитивно. Значит, пришли люди ко мне и к моему мужу, царство ему небесное, он был тогда жив-здоров, и попросили написать воспоминания. Отдельные. Его отдельно, меня отдельно. Ну, мы сказали, хорошо. Попробуем. Ну, поскольку мы люди прошлых поколений, нас воспитывали в чувстве долга, и поэтому раз мы уж сказали людям, что напишем, то мы как-то какое-то время... Опыта этого нет. Я в книге своей пишу, что у меня опыт писания был только исправлением многочисленных интервью, которые я давала людям. А как писать книгу, я не знала, конечно, и, собственно говоря, какое-то время мы вообще не знали, как к этому приступить. Но потом нам напомнили все-таки, что, ребят, мол, вы обещали. Значит, Володя работал с редактором, и он очень тщательно относится к слову вообще. То есть, как он работал? Он говорил, редактор записывал, потом правил, потом приносил ему, и он... Значит, читал и правил. Я поняла, что я никогда не напишу, если я буду ждать редактора. Я подумала, пока он пишет, я буду писать сама, как получится. И, в общем, короче говоря, я вот как вспоминала, так и писала. Получился огромный вал, который я... дала дочери на прочтение, она мне сказала, тебе нужен редактор, потому что это надо как-то оформить, поскольку у меня не было такого опыта никакого. Вот я обратилась к девочке-редактору, поскольку Володя все равно был занят со своим редактором. И она мне очень помогла, она сказала, что нужно все это разбить на главы. Ну, на элементарные, наверное, главы, и тем не менее на главы. Почему я сразу не разбила на главы? Потому что так получилось, что я то, что было в детстве, как-то с тем, что происходило сейчас, каким-то образом было связано. И поэтому я подумала, что ну а как я в главу детства буду писать то, что происходит со мной сейчас? Именно поэтому я не предполагала, как можно это сделать. Поэтому я писала все подряд. И тем не менее, она мне очень помогла, потому что она сказала, что это интересно. И нужно все-таки для того, чтобы удобнее было читать людям. Не вот это все вывело в каком-то таком валом разбираться с этим, а все-таки по главам. Она мне в этом помогла, и мы все это сделали по главам. Потом, когда была пандемия... Вот я в это время закончила в основном все это вот писать. То у Володи не было возможности работать с редактором. Я попросила его в то время, чтобы когда я закончу с первым редактором, может быть, он мне тоже поможет в чем-то. Первый редактор была девочка юная и не очень опытная, но тем не менее она мне помогла. И когда все, она мне помогла, я отдала второму редактору, вот Володиному, то он тоже мне очень помог, хотя он мне сказал, что тут особенно помогать нечего, потому что все уже написано. Но какие-то, скажем, цитаты, какие-то воспоминания, он мне говорил, что лучше переместить в другую главу, лучше сделать вот это, поместить вот в эту главу. Я была с ним, конечно же, согласна, поскольку у меня никакого опыта нет. И когда мне говорят, что это ваша первая книга, я думаю, что она и последняя, потому что меня просили воспоминаний. Я не писатель, я актриса. Ну вот таким образом получилось. Я успела ее закончить, а Володя не успел, потому что потом было еще и
юбилей в ГИКа, и он снимал фильм к юбилею в ГИКа. И поэтому это отнимало очень много времени. И поэтому он закончить ее не успел. И поэтому уже книга вышла позже, чем моя. И тем не менее, я ее немножко помогала редактировать вместе с редактором. Ну, какие-то вещи, которые были там что-то перепутаны или как-то так, или неверно по времени рассказаны. Вот, собственно, это правило, потому что я ничего править не могу, мы совершенно разные люди, и у нас какие-то воспоминания общие, конечно, но тоже это очень интересно, потому что это примерно как был когда-то фильм «Супружеская жизнь». Две серии. Первая серия «Глазами жены», вторая «Глазами мужа». Поэтому это тоже любопытно. Какие-то воспоминания, что-то общее, а где-то совершенно разное. Вот вышла его книга. Собственно говоря, вот она и история создания этой книги. Попросили, я, как хорошая девочка, в общем, просьбу выполнила. На обложке вашей книги кадр из знаменитого фильма, и, в принципе, если упоминается имя Вера Лентова, первая ассоциация – это «Москва слезам не верит». Я знаю, что вы большой труженик, несмотря даже вот на почетный возраст, вы все еще активно работаете, выступаете, и еще написали большую книжку, и это тоже огромный труд. А Вера Лентова слезам не верит? Нет, вы знаете, Вера Лентова как раз верит слезам, потому что я родилась на севере, а там, видимо, какой-то особый воздух, что ли, там люди очень доверчивые. Поэтому, когда человек рассказывает о каких-то своих горестях и несчастьях, более молодое поколение говорит, он обманывает. Но я этого не вижу. Поэтому я слезам практически верю всегда. Когда у человека что-то случается, я почему-то верю, что это правда. В самой книге, ну, она довольно большая, разная, там очень много воспоминаний о разных людях. И несмотря на то, что книжка, она переиздавалась много раз. Уже. Четыре раза. Это говорит о популярности и самой книги, и вас. Скажите, вот вы как читатель, есть ли какие-то особенные моменты в книге, которые вам наиболее близки? Нет. Нет таких моментов. Это как спрашивают, когда задают мне вопросы о ролях. Какие роли вы больше любите, какие вам более близки? Я всегда говорю, что у пианиста есть рояль, у скрипача скрипочка. У нас ничего. Вот все. Вот что есть, то и есть. И поэтому все роли, это все везде часть меня какая-то. И поэтому книги – это мои воспоминания, они мне все дороги. Все, которые были со мной, поэтому нет ничего такого особенного, что мне было особенно дорого. Или как-то. Мне все дорого, это моя жизнь. Поэтому, собственно, ничего такого особенного. Но чтобы я хотела обратить чье-то внимание, нет, ничего этого нет. Можно ли книжку рекомендовать людям в профессии, которые входят в профессию артиста, как учебник, в котором можно было бы что-то для себя профессиональное взять на вооружение? В ней есть это вот рекомендации для тех, кто еще не читал. Вы знаете, насчет рекомендаций. Они плохо действуют на людей. Всегда, конечно, можно, наверное, что-то подсказать. Но в принципе, как вы говорите, если человек популярный, и если человек хочет стать актером или актрисой, то он, наверное, будет знать мое имя. И, наверное, сам купит книжку, и если ему это покажется любопытным, то он чего-то там такое извлечет для себя. А ваши студенты книгу читали? Я надеюсь. Да. Ну, знаете, я когда пришла сама в театр, знаешь, я работаю в театре имени Пушкина всю свою жизнь, много лет. Но когда я пришла туда, то там были замечательные четыре народных актрисы, которые все решили, каждая из них решила взять шефство надо мной. Это было невыносимо тяжело, потому что мне это было совершенно не нужно.
мне не нужны ничьи советы. И поэтому я не знала, как это сделать. Я была хорошо воспитанной девочкой. Актрисы были возраста солидного. Как сказать им, что благодарю вас, но мне это не нужно? Но я нашла выход. Я отказалась от них, от всех. И поэтому никогда ничего никому не советую, если меня не спрашивают. Спасибо большое. Сегодня наше мероприятие проходит в том числе в рамках семейного форума «Родные и близкие». Вот, и в том числе в 24-й год президентом объявлен как год семьи, и ваша семья, безусловно, привлекает внимание многих людей в стране. Вот, скажите, пожалуйста, как удалось построить такую большую крепкую семью, на фундаменте каких ценностей это строилось? Ну, что можно было бы сказать важного, как бы, для людей, которые хотят создать семью, у которых есть сложности в семье? Что бы вы сказали? Из своего большого... Поскольку я уже сказал, что я советов не даю, то вопрос несколько странен. Потому что, ну, как сказать, что главное для семьи – это любовь. Если она есть, то она есть. А если там существуют какие-то другие... для создания семьи какие-то. Вот мне говорят молодые люди теперь, что нынешние молодые девочки заглядывают в карман. А это новость для меня, поскольку мы были нищие студенты, когда поженились с моим мужем. Это было совершенно неважно. Есть деньги или хорошо, когда они есть, но когда их нет, то все равно хорошо, потому что мы любили друг друга. Поэтому что можно посоветовать? Если есть любовь, то она, семья состоится, а если там какие-то другие причины для создания семьи, то она распадется. А советовать не в моих правилах, мне нечего посоветовать. Спасибо большое. Мы проект проводим как бы в рамках книжного воскресенья. Поделитесь, пожалуйста, что вы любите читать? Я вам скажу так. Читать нужно, конечно, приучать ребят с детства, потому что это должно быть необходимостью. Сейчас мало читают, мне сказали, поэтому для меня была новость, что четвертое переиздание книги. И когда, там, скажем, книгу первый раз, когда издавали, то 3000 экземпляров. А раньше, когда читали люди, то первое издание всегда было 5000 экземпляров. Ну и когда я спросила, а почему не 5000, мне сказали, не я спросила, даже мой редактор, который мне помогал, и мой Володин, почему не 5000, то ему ответили, что, вы знаете, у нас Шварценеггера не покупают. И поэтому, значит, издали три. Ну, после этого было второе издание, потом третье, потом, наконец, четвертое издание. Значит, Шварценеггера не покупают, а меня покупают. Мне это было очень приятно. Вот. Ну, при том, что его, значит, читают мало, значит, наверное, не так. Значит, все-таки читают. Значит, что-то выбирают. Я для себя открыла за последнее время замечательного писателя Захара Прилепина. И читаю все, что он пишет. Мне это близко. Мне кажется, что он удивительно талантлив. Это вообще какой-то поразительный, достаточно молодой автор, и так просто поцелован Господом Богом, мне кажется. Вот. Спасибо. Пожалуй, все, о чем мечтали вы в жизни, это сбылось? У меня, поскольку не было никакого плана, то я даже не могу сказать. Ведь говорят, задумай что-то, то насмешишь Бога. Наверное, это так. Поэтому каким-то образом... Я так полагаю, что жизнь очень часто диктует сама какие-то твои поступки. Например, часто родители формируют будущее своих детей. И мне кажется, что это не совсем верно. Просто потому, что дети не всегда даже к 17 годам четко понимают, чего... к чему они приспособлены, чего бы им хотелось, что бы им было интересно делать в жизни, чем заниматься.
чтобы это было, приносило пользу людям и было интересно им. Из-за этого часто случаются даже трагедии. Родители иногда свои невыполненные желания пытаются через детей каким-то образом это сделать. Это, к сожалению, напрасно. Моя мама, я из актерской семьи, не хотела, чтобы я была актрисой. Она хотела, чтобы я была врачом, потому что мой дед был врачом, ее папа. И я хотела быть врачом. Я знаю, вы поступали в медицинский институт. Я поступала в медицинский институт. И очень хорошо поступала. Понимаете? Осталось сдать английский язык, и я была бы... И, может быть, я бы даже была хорошим врачом. Но тут я увидела объявление, я пишу об этом в своей книге, что мои родители в Барнауле работали в ТЮЗе, а там был Алтайский драматический театр в Барнауле. И я увидела объявление, что в Алтайский драматический театр прослушивания идут молодых людей, чтобы взять их в актеры. И я не знаю, что это со мной случилось такое. Я подумала, что я должна обязательно прослушаться. Я прослушалась, меня взяли. И я очень гордая пришла и сказала маме, что «Мама, ты вот в ТЮЗе, мол, работаешь, а меня в Алтайский драматический театр на прослушивание взяли». Отчим очень за меня болел. Мой папа умер рано, когда мне было 3 года. Поэтому у меня был отчим. Он говорил: «Давай, Верочка, давай, конечно». Мама накинулась на отчима и на меня и сказала: «Ну хорошо, она балда. Маленькая не понимает, что ее взяли для того, чтобы она изображала народ. Никто не даст ей играть Марину Мнишек сразу. Но ты-то все-таки уже опытный актер, ты-то как мог не предупредить ее об этом?» «Никаких театров», — сказала мама. «Это не профессионально. Ты хочешь быть актрисой? Есть вузы для этого. Поезжай в Москву, там много вузов. Пробуй поступать. Талантливые возьмут. Бездарное нечего делать в театре», сказала моя мама. Я пошла работать. Поскольку мне не было 18 лет, то везде меня... Никто мне не был рад. У меня был... Я должна была работать 4 часа. Поэтому, значит, в общем, я долго искала, где же мне приткнуться. В результате приткнулась на барнаульском меланжевом комбинате. И потом, приехав на гастроли, меланжевый комбинат был счастлив меня видеть уже в качестве актрисы. И я была счастлива, что я была там. И вот я поехала и поступала. И, в общем, это был правильный выбор мамы и мой. Потому что если бы я была врачом, я так понимаю, что вряд ли я бы долго задержалась в этой профессии, потому что все-таки, как выяснилось, мне предназначено было что-то другое. Я просто это не сразу поняла. Я вообще позднего развития ребенок, поздно понимала, что... И думаю, что очень много так. По своей дети, дочке смотрела, по внукам. Это сложно к 17 годам понять, куда ты, собственно говоря, к чему ты, что у тебя. Для этого нужно время. А у актеров этого времени меньше, чем у других, поскольку, как мы помним, Джульетте было, по-моему, 14. Поэтому времени на раздумья мало. Нужно закончить институт и попробовать успеть сыграть Джульетту в возрасте, когда ты заканчиваешь институт. Вот, пожалуй, все. Вы очень интуитивно чувственный человек. То есть, по сути, получается, интуиция и внутреннее ощущение себя помогло вам реализоваться и в профессии, вы так... Я думаю, вы знаете, что все люди себя в конце концов обретают. Другое дело, когда. И очень важно этот момент не пропустить и помочь. У вас, по-моему, все очень вовремя случилось. Я думаю, да. В самый момент самоопределения. Когда человек заканчивает школу, вы уже знали, куда вы хотите идти. Да ничего подобного. Я только что рассказала, что как я хотела. Я пошла как раз... Ну, все-таки это все равно на уровне интуиции произошло. Как бы вы же путь взяли. Ну, вот если бы не было этого объявления, я не знаю, что было бы. Я бы поступила в медицинский институт. Я вам должна сказать, что любое высшее образование полезно. Если бы поступила в медицинский институт, это было тоже неплохо. Было бы.
Что касается театрального образования, оно очень полезно. Но проблема в том, что сейчас преподают в каждом дворе. И это, конечно, беда. Потому что раньше это было 4 театральных вуза и в ГИК. И все. А теперь, значит, вот в каждом дворе, и ребята, я преподаю во ВГИКе, жалуются, что когда кастинги проходят, то там не спрашивают, что ты закончил, школу-студию МХАТ, ты в ГИК, а ты у кого? У Тюткина во дворе? Ну, неважно, у тебя морочка хорошая, ты будешь сниматься. Понимаете, это, в общем, как вам сказать, неуважение к профессии, я бы сказала. Вот. Но, тем не менее, это существует, и это печально. Спасибо. А будут какие-то вопросы из зала? Какая ваша была первая роль? Первая роль у меня была, это Бернард Шоу «Шоколадный солдатик». Совершенно изумительная пьеса. У Шоу особый юмор, очень умный юмор. И я играла ее много лет. И с большой симпатией о ней вспоминаю. И очень ей благодарна, потому что там, как всегда, хорошим автором, хорошо написанный материал, он дает возможность развития. Вообще человек, когда сказал, что я все уже понял, все знаю и все умею, становится менее интересным. Поэтому я полагаю, что, в принципе, хороший материал дает возможность продолжать двигаться дальше. Это была хорошая зарядка для меня. Добрый день. Очень рада, что сегодня присутствую на данной встрече. Сейчас вот для меня было большим открытием, что вы из Барнаула, потому что я сама тоже оттуда. Нет, я не из Барнаула. Ну вот вы сказали, что сейчас... Я вам сейчас скажу. Актеры – это как военные. Я родилась на севере, в Котласе, в Архангельской области. Ну, я жила в Узбекистане, я жила в Барнауле, я жила на Украине. Я жила в очень многих местах, потому что мои родители перемещались примерно как военные. Но в Барнауле я закончила школу. И ко всем местам, где я была, сохранила теплое чувство. Так что к Барнаулу у меня тоже очень хорошие чувства. И вопрос. Вот интересует очень сильно такой вопрос. Как не потерять свое личное «я»? Когда столько много ролей. И как вы выходите из того состояния, вот надо же в каждую роль вживаться, и все равно привыкаешь, уже сживаешься с той героиней, с тем героем определенного какого-то спектакля, может быть, фильма. И вот как себя не потерять? И как оставаться спокойным потом и жить, ну, спокойной жизнью вот так вот? Не, вот героиня, которая у вас «Москва слезам не верит», она же все равно переживает. И... Вы же домой, наверное, не несли вот эти переживания, которые там героиня испытывала. Дело все в том, что для этого надо поступить и учиться. Потому что, что бы я ни играла, даже если сумасшедшую Офелию, меня не увезут в сумасшедший дом после того, как закончился спектакль. Потому что я разгримируюсь, я все равно останусь Верой Алентовой. Для того, чтобы правильно существовать на сцене или в кино. Для этого, собственно, и существует высшее образование, чтобы понять, как. А что это такое, если кратко? То мы все существуем всегда в конфликте, в хорошем смысле или в плохом, и совершаем поступки. Вот в ролях все эти поступки написаны. И умение разобрать, что это такое, почему я делаю так, а не иначе, что мною движет. Любовь, ненависть, зависть. Вот это все, вот это нужно уметь разобрать. Этому, собственно говоря, мы и учим студентов. И если это ты понимаешь, что ты делаешь, то у тебя выстраивается верное поведение, и зрители по твоему поведению воспринимают твой образ. Но ты прекрасно понимаешь, что это ты выстраиваешь поведение, а не поведение тебя. Поэтому меня не увезут в сумасшедший дом. Поэтому после того, как я закончу роль, я останусь Верой Алентовой. И более того, зал бывает разный, абсолютно разные люди. На разные вещи реагируют. Например, у нас есть комедийные спектакли, и там есть, скажем, ну, мы все знаем, что вот в этом месте сразу хохот зрительного зала. И вдруг абсолютная тишина.
Это несколько неожиданно для нас. И выясняется, что когда есть такое, называется целевой спектакль, это когда, например, какой-то завод или какой-нибудь институт выкупают весь зал для своих работников. И вот тогда случаются такие казусы. Люди стесняются, когда рядом сидят знакомые люди, они стесняются проявлять свои эмоции. У нас вообще очень стеснительная нация, должна вам сказать, что, потому что я много ездила по миру и знаю, что есть, скажем, итальянцы, американцы, гораздо более открыты, иногда слишком открыты, хотелось бы, чтобы они закрылись немножечко. Вот. А у нас как раз стесняются проявлять свои чувства. И это удивительно. И вот когда такое возникает, понимаю, так, а кто у нас сегодня в зале? Кто? Ну тогда понятно. И тогда должно пройти какое-то время для того, чтобы люди перестали думать о том, что рядом сидит его начальник, а когда он должен втянуться в то, что происходит на сцене, и тогда он уже не знает, кто тут сидит рядом, он живет тем, что происходит на сцене, и тогда происходят те реакции, которые, собственно говоря, нам нужны, для которых мы, собственно говоря, и сделали этот спектакль. У нас у всех есть родственники, друзья, коллеги, товарищи по работе. Ваши отношения с Баталовым? Ну, он мой коллега, вот, собственно говоря, и все. И поэтому, когда там, скажем, у него был юбилей, и у меня был спектакль в этот день, в Авгике был его юбилей, и студенты моего курса, и пришли студенты, он тоже преподавал в Авгике, которых он выпускал, и люди, которые с ним снимались, пришли. Я не могла прийти, потому что я играла свой спектакль. И мне сказали, как жаль. Я сказала, что, вы знаете, нет, не жаль, потому что мне нечего вам сказать. Потому что мы только коллеги, мы не были дружны, мы не ходили друг к другу в гости. Это часто ошибочное мнение, если «Москва слезам не верит», Ира Муравьева и Рая Рязанова, мы там подруги, то все думают, что я знаю всю подноготную Иры или Раи. Это совсем не так. И мы совсем ничего друг о друге не знаем и рады только, когда встречаемся. Вот. А друзья – это совершенно это те, с которыми я работаю много лет в театре. Это могут быть совершенно незнакомые вам люди. Это совсем не актеры, это часто бывают костюмеры или гримеры. Поэтому дружеские отношения это редко складываются вот так от того, что ты вместе работаешь с человеком. Как у всех людей, они складываются в разных обстоятельствах. Можно сказать, что вы прекрасно сделали свою работу. Если люди верят, что есть какие-то отношения за кадром. Да, это всегда так, вы знаете. После фильма «Зависть богов», где мы с Толей Лободским играли, значит, возлюбленных, в сетях началось бог знает что. Что у нас с ним роман, и что он бросил жену из-за меня. А я-то куда мужа делаю своего, значит, понимаете? И, в общем, короче говоря, выясняется, что это действительно на пользу, потому что люди так верят тому, что происходило на экране, что, в общем, продолжают существовать в том, что они увидели, продолжают верить в достоверность этого. Это очень важно, чтобы была именно эта достоверность. Вообще, должна вам сказать, что сети – это, конечно, хорошо, а с другой стороны, плохо. Я, например, не знала, что меня так много людей не любят, потому что я не знала, за что. Я их не знаю, а они меня не любят. Есть много, которые любят, но есть много, которые не любят. Но которые любят, я предполагаю, что вот они видели в кино меня или там видели в театре, которые не любят, а за что? Не любят и сильно. Раздражает даже, звук голоса раздражает. Ну, что делать, вот понимаете? Так что тоже знакомишься с чем-то новым. Вот это были новости были для меня. И выяснилось, что когда моя дочь стала что-то делать, ее очень много народу не любит. Выяснилось, что, оказывается, обязательно кого-то обязательно кто-то не любит. Это, оказывается, норма, понимаете? Так что это тоже любопытно было с этим познакомиться. А есть что-то, что... Ну, мы всегда думаем о будущем. Вот в профессиональной сфере есть что-то, что вы хотели бы еще сделать? Какую-то профессиональную роль сыграть? Либо, может быть, есть какое-то важное дело в преподавательской деятельности?
может быть, новая книга? Вы знаете, я фаталист. Поэтому я всегда доверяю судьбе. Она предлагает или не предлагает. И как-то так в моей жизни сложилось, что всегда все, что предлагалось, было вовремя. Ну вот мы сделали к моему юбилею новый спектакль «Мадам Рубинштейн». И это было очень любопытно, потому что мне всегда интересно играть судьбы, которые непростые. Ну, собственно, драматургия всегда на этом и построена. На интересных судьбах людей. В преподавании, почему я сказала, что всегда хорошо, я не закончила там мысль свою насчет актерского мастерства, хорошо иметь это образование. Трудно устроиться на работу с ним теперь, именно потому, что в каждом дворе преподают, и театры переполнены, а ребятки, которые заканчивают вузы в Москве, не хотят уезжать из Москвы. Хотя, и таким образом, поскольку они не хотят уезжать из Москвы, то театры других городов стали образовывать свои студии и готовить им. Там тоже должна быть смена поколений, готовить своих ребят. Но образование – это всегда на пользу. И, конечно, знаете, это очень важно, когда в твоей жизни присутствует молодое поколение. Оно совсем другое, и оно бывает в зале. Оно меня иногда удивляет. Оно очень сильно отличается от нас. Оно многое не понимает просто. Со многим не знакомо. Многое интерпретирует совершенно иначе, не так, как было на самом деле. Или не так, как воспринимали мы. Поэтому это важно, присутствие детей, внуков, учеников в жизни человека не юного. Это важная составляющая. Ну и пока что, в общем-то, собственно говоря, я работаю, преподаю, я работаю в театре по сию пору, я работаю в антрепризе, езжу на гастроли. И пока это людям интересно, то это тоже доставляет мне радость, пожалуй. Спасибо. Вопросы есть еще? Вера Валентиновна, я бы хотел задать вопрос о Владимире Валентиновиче. Он снял, на мой взгляд, несколько гениальных фильмов, бриллиантов нашего кинематографа, но достаточно немного. И вот мой первый вопрос. Вот почему так мало? Потому что, мне кажется, он мог снять намного больше, и он больше снимался в кино, чем снимал. А второй вопрос. Вот появление такого фильма, как «Ширли-мырли», мне кажется, несвойственного вообще для Владимира Валентиновича, потому что у меня о нем складывалось впечатление, как о человеке очень таком серьезном, можно сказать, таком ортодоксальном. И вот и такой фильм с элементами гротеска, с таким вот юмором необычным. И вот как вообще это появилось? Актер – это профессия, и кинорежиссер – это профессия. Что такое профессия? Профессионально вы каждый день приходите на работу, профессионально работаете. Врач принимает, значит, больных, актер выходит на сцену, играет. Кинорежиссер закончил одну картину, начинает другую. Нет. Меньшов мог снимать только то, во что он влюблен. А найти то, во что ты влюблен, трудно. Поэтому поиск сценария, который бы он хотел снимать, занимал много времени. Он много чего читал. Сценарии были на Мосфильме. Даже, я вам скажу, «Москва слезам не верит». Это был сценарий, который лежал на Мосфильме много лет. Это был сценарий о Москве. И было много сценариев. И вот этот сценарий «Черныха», который получил какую-то там третью премию, что ли, в сценарии. И лежал... Вот он прочитал уже через много лет. Прочитал и заинтересовался этим сценарием. И он очень от этого страдал. И тем не менее, взяться просто за вот то, что вот за ты закончил одну картину и давай снимай другую, конечно, нужно зарабатывать деньги. Поэтому, поскольку у него первая
все-таки образование актерское, и поэтому, когда его приглашали сниматься, он с удовольствием снимался. Но снимать как режиссер он не мог. Ему предлагали, приносили. Тем более, что когда был такой успех после «Москва слезам не верит», естественно, масса сценаристов приносили ему сценарии и хотели, чтобы он снял. Все хотели повторить этот успех. Но он их отвергал, потому что он искал то, что бы ему близко, то, что ему дорого. Именно поэтому они остались в памяти, эти фильмы у людей, потому что там вложено не только профессионализм, которым он владел, но там еще много его сердца, души, ума. Я полагаю, что и у остальных режиссеров это так же, но тем не менее вот его хватило только на это. Что касается Ширли Мырли, это была особая история. Он просто помогал молодым сценаристам вначале писать этот сценарий. А когда он его написал, то вы помните то время, которое мы жили, он вдруг понял, что он необычайно современен по идиотизму, в котором мы жили, по Ширли-Мырли, в котором мы жили. Именно он очень собранный человек, вы правы. И Ширли-Мырли выпадает из его, собственно говоря, всех фильмов, те, которые он делал до и после, и даже то, которое он сделал после. Но он отражает время. И это единственный фильм, который отражает то время. Никто больше не снял того времени, именно потому, что его нельзя было ухватить за хвост. Это было такое странное время. Мне не нравился сценарий. Мне ничего не нравилось, понимаете? Потому что, именно потому, что я привыкла к другому. К какому-то порядку, к какому-то характеру, к какому-то... Нет, там все было вот так. Володя был... Вот он очень был интуитивный человек. Он очень чувствовал время. Каким-то шестым чувством. Именно поэтому он за него взялся, хотя это казалось безумием. Просто безумием, понимаете? И более того, фильм не сразу приняли люди. Он поначалу не понравился. Он не понравился нашей дочери совершенно. Очень многие говорят, что это какой-то бред, что тут непонятно, что это такое. Он не понравился мне, я только не хотела ему об этом говорить. И постепенно пришло понимание, что, собственно говоря, вот в этом обормотстве его прелесть. Потому что вот это то время... Вот мы так жили. Если вам хочется вспомнить или детям своим показать, надо показать Ширли Мырли и сказать, ты не поверишь, но именно так мы и жили. Вот что касается Ширли Мырли. Скажите, пожалуйста, вы... Вот недавно буквально Ширли Мырли шли на телеканалах в новогодние праздники. Вы его смотрели? И как часто вы смотрите фильмы своим участием? Нет, вы знаете, я должна вам сказать, что я совсем не смотрю телевизор. И я в Телеграме сижу с утра до ночи, когда свободно. К счастью, свободно не так много. Но нет, у меня нет такого смотреть. Я даже не знаю, когда они идут, фильмы. Потом только, когда часто люди как-то пишут или через Юлю, что вот смотрели, в который уже раз. И знаю, что люди, когда начинают смотреть, то, несмотря на то, что они смотрели фильм, они все равно присаживаются и смотрят до конца. И это тоже как-то удивительно приятно. Но я нет, я не смотрю. Есть еще какие-то вопросы? Вы очень успешная актриса, писатель, ваш муж очень успешный режиссер, актер, и ваша дочь очень успешная, Юлия Меньшова, тоже и актриса, и телеведущая. Я работаю с детками. Поделитесь, пожалуйста, своими семейными традициями, своими принципами, как воспитывать детей. Хоть чем-то поделитесь. Ну, знаете, воспитываю можно только детей, внукам можно только радоваться. А воспитывать нужно родителям, я считаю. Более того, я считаю, что детей нужно воспитывать в строгости, в большой
строгости, считаю я. У меня было трудное детство, говорят. Но мы же не знаем. Мечтала, я не знала, что оно трудное. Я дитя войны. Да. Значит, ну что? Вот я помню свое первое подарок на Новый год. В ботиночек мне было положено маленькая шоколадка вот такая. Это было огромное счастье, потому что ничего не было. Конфетки – это редкость, шоколадки – редкость. И поэтому любой подарок... Я помню, что во втором классе мне мама подарила линейку. Не деревянную, а пластмассовую, беленькую, с черными рисочками. И я помню до сих пор. И шоколадку ту помню до сих пор. А сейчас, когда у детей все лезет из ушей, чего только у них нет, как вы хотите, чтобы они запомнили это? Поэтому я считаю, что нормальная строгость, ни в коем случае не жестокость, ни в коем случае нельзя детей обижать, их нельзя бить. Но строгость и такая неуемная любовь родительская, люди должны сами себя контролировать. Мне кажется, что это не идет детям на пользу. Но, к сожалению, наше время разболтанное. Всего так много, и кажется, ну почему же? Почему же не купить, если ребенок просит? Иногда видишь, Бог знает что. Там ребенок валится в детском мире в белой шубке на пол, бьется ногами в луже, потому что бабушка ему чего-то не купила, потому что он привык, что мама или папа покупают. Ну, это безобразие. Поэтому я считаю, что детей надо воспитывать строго. Вот все, что я могу порекомендовать. Добрый день. Присоединяюсь ко всем вопросам, которые слышали раньше. Вы о многом рассказали. Вы очень глубокая личность. Подскажите, пожалуйста, насколько, несмотря на свой опыт ролей в театре, в кино, вы, как Вера Алентова, настоящая. Какая роль вот там, где вы самая настоящая, по вашему мнению? Ну, я уже вам сказала вначале, что поскольку у меня нет скрипки, рояля и барабана, то все роли настоящие, потому что я люблю их из себя. Значит, Константин Сергеевич Станиславский, наше все в нашем театральном искусстве, говорил, что в человеке заложено все качества. И качество убийцы тоже. Понимаете, мы же убиваем мух, да, если они нам не нравятся. Так что таким образом мне даже трудно ответить на ваш вопрос. Потому что если героиня отрицательная, то эти качества, конечно же, есть и у меня, как у всех у нас. Мы наполнены всеми качествами, нас Господь Бог одарил абсолютно всеми качествами. Именно поэтому все, потому что это я, а не из меня. А мы все свое, как правило, очень любим. А как вы выбираете роли? Вы же, наверное, не все... Нет, я же вам сказала, я фаталист, я не выбираю. Я могу отказаться от ролей, которые мне предлагают. Вот, да, это другое дело. Если материал неинтересный, то я от них... Меня мой муж называл «Человек по имени Нет». Он обожал кинематограф и считал, что я... Он закончил вместе со мной школу-студию МХАТ и был актером, но обожал кинематограф. И поэтому он, когда мне приносили какой-то сценарий, он заранее говорил... Я только тебя умоляю, не говори «нет». И тем не менее, если это было неинтересно, я говорила «нет», он очень страдал по этому поводу. А я была избирательна. У меня тоже, как видите, ролей немного. Видите, он был избирательным в своем режиссерском решении. А в моих он считал, что я должна соглашаться чаще. Нет, если мне материал не нравился по каким-либо причинам, по-разному. Я от него отказываюсь. Вы рассказали про первую роль в театре, а первая роль в кино какая была? Первая роль в кино это была на киностудии «Довженко». Она небольшая, я играла учительницу, я не помню, как называется фильм. Это было очень давно. Но я вам должна сказать, что нам дают диплом актер театра и кино, когда мы учимся в школе-студии. Но нам не разрешали сниматься. И те, кто снимались по тайности, когда это становилось известно, их отчисляли из института и
Тогда я считал, что это несправедливо. Если вы нам даете актер театра и кино, то мы должны знать, что такое кино. Сейчас уже разрешают. А тогда не разрешали, и так, в общем, очень многие актрисы, Валечка Малявина и Самойлова, заканчивали другой институт, потому что их отчисляли. И поэтому, когда я увидела себя на экране, я пришла в ужас полный, поскольку у меня не было этого опыта. Никакого вообще. Поэтому я увидела, что я... Мне казалось, что я абсолютно свободна. Но когда я увидела себя на экране, то я увидела, что я иду с Николаем Аляриным, мы разговариваем. И как будто бы у меня ко мне привязан штырь к спине. Так я иду, понимаете? Совершенно неестественно. Иду, пришла в полный ужас. Просто в полный ужас. Была очень недовольна этой своей работой. Потом попривыкла, конечно, когда пригляделась. Слава богу, там бывали крупные планы. Но на общих планах просто полный караул. Понимаете? Поэтому, если уж диплом актер театра и кино, то надо давать кино попробовать тоже актерам обязательно. Спасибо. Есть вопросы еще какие-то? А сейчас поступают вам предложения какие-нибудь сниматься в кино? Есть новые роли, может быть, в планах? Вы понимаете, какая история? Возраст ограничивает предложения. Он ограничивает предложения не только в кино, но и в театре ограничивает. Ограничивает чем? Тем, что, как правило, жизнь принадлежит молодым людям. С ними случаются разные казусы любого рода. Любовные или, там, скажем, открытия. Или там ссоры с начальством и так далее. Люди моего возраста в основном это бабушки, тетушки. У них какая роль? Примерно такая, как и в жизни. Там нет интересной роли. Именно поэтому. А просто играть какую-то тетю или бабушку. Мне неинтересно. У меня пока есть интересные роли в театре. К счастью, и моего возраста. Но таких ролей мало. И это естественно. У меня нет обид ни на кого. Потому что это естественно. Потому что жизнь принадлежит молодым. Вот подскажите, пожалуйста, вот сейчас в каждой школе должен быть театр. И не всегда театральные кружки, студии ведут педагоги, которые имеют к театру какое-то отношение. Ну, там есть часы свободные или уже заработать. Вот. И дети, получается, не получают тех знаний, которые должны знать. Вот как быть педагогам, учителям, ну и те, кто ведут данное направление, хотя бы на начальном этапе, что они должны знать, чтобы у детей была развита любовь именно к театру, и они получали какие-то навыки, знания? Это называется художественная самодеятельность. Это нормально. Художественная самодеятельность должна быть. Почему нет? Дети должны читать стихи. Не обязательно хорошо. Так, как они чувствуют, они должны читать стихи. Если они играют какие-то пьесы, они должны играть пьесы так, как они чувствуют. Так, как им удобно. Это называется художественная самодеятельность. То, что это есть в школах, хорошо. Но другое дело, если там усердствуют эти педагоги, это напрасно, потому что все-таки есть для этого профессиональные институты, в которых учат быть актерами профессионально. А то, что еще раз вам говорю, что в каждом дворе, да, это печально. И то, что в каждой школе и в каждом институте теперь обязательно есть театральный факультет. Я не знаю, что он, собственно говоря, преследует, какие цели эти факультеты. И эти, как театры в школе, они хотят из них актеров выпустить. Актеров у нас переизбыток. Кран починить некому, а актеров очень много. Понимаете? Поэтому я думаю, что, возможно, это и не нужно. Но просто как развитие какое-то, как то, что нужно детям привить любовь к такому искусству, как театр, как драматургия, как просто чтение книг, литература, это замечательно. Другое дело, что всегда важна мера.
Ну, а мера зависит от вкусов руководителей школ, институтов, дворов, которые приглашают педагогов и так далее. Так что тут ничего, это происходит помимо нас, поэтому тут ничего сделать нельзя. Часто прививается, кстати говоря, и дурновкусие тоже, потому что дети зависят от того, кто преподает. Но тут никак на это подействовать невозможно. Спасибо. Есть возможность задать еще один вопрос. У нас время заканчивается. Есть ли у вас какое-нибудь, может быть, хобби, чем вы любите в свободное время заниматься? Да, вы знаете, у меня хорошие руки. Меня мама научила всему. Я умею шить, вязать. Так что я с огромным удовольствием, если вдруг мне что-то нравится, то я буду обязательно чего-то делать. И вообще, вы знаете, у нас, когда меня спрашивают, как я отдыхаю, то нас хорошо воспитывали, когда я говорю о строгости детям. Говорю, что отдых – это смена деятельности. Это не значит, что ты улегся пузом кверху и ничего не делаешь. Просто нужно поменять то, что ты делаешь обычно, на что-то другое. Очень полезная штука. Поэтому я много чего умею делать руками и люблю это делать. И с удовольствием этим занимаюсь. Времени немного, но оно всегда есть. Актеры, естественно, они становятся взрослыми, потом старенькими. Как вы относитесь вот к этому моменту, когда появляются в социуме на сцене или в общественных местах люди, которые уже в возрасте старенькие? Вот, например, я не хотел бы, чтобы Райкин, например, в последние годы своей жизни выходил вот и выступал. Вчера мы видели Немоляеву, все-таки уже морщинки и так далее. Я не стесняюсь. Я вам объясню, почему. Потому что, если бы я в своем возрасте выходил играть Джульетту, а такое было у нас, это было, когда 40-летние актрисы или 50-летние играли Джульетту, и это было нормально. А потом вдруг случилось это все, и вдруг поняли, что Джульетта 50 лет не катит. Поэтому нужно выбирать роли те, которые соответствуют твоему возрасту. Если они соответствуют возрасту, то нормально. Почему же нет? Я играю, собственно, то, что моя мадам Рубинштейн. У меня заканчивается тем, что мой компаньон говорит о том, что вот мадам Рубинштейн сочиняет некролог о себе. И он говорит, что вот с глубоким прискорбием сообщаю вам, что мадам Рубинштейн что умерла на 80 таком-то году жизни. Я к нему поворачиваюсь и говорю, на 90 таком-то не будем торопиться. Так что почему бы мне не выступать, если я играю человека своего возраста? Это отнюдь не стыдно. Добрый день. Да. Я недавно пересмотрела фильм с вашим участием «Время желаний». Я в восторге от этого фильма. А вот какое у вас отношение к вашей героине? Вы мне там очень импонируете, но вы, по-моему, для нее очень интеллигентна. А как вы к ней относитесь? Вот у вас есть осуждение или какие-то другие чувства по отношению к вашей героине? Вы знаете, я ко всем своим героиням отношусь хорошо. Я уже говорила, почему. У нас очень важно, нам говорят обязательно, это мы учим. Нас учили, и мы учим. Замотивированность поступков. Это должно быть обязательно, это должно быть понятно зрителю, почему герой поступает так или иначе. Именно поэтому я к ним ко всем отношусь хорошо, поскольку я очень много продумывала, почему героиня поступает так или иначе. Да, это героиня. Не всегда поступает так, как хотелось бы. Она не всегда так прекрасна и пушиста. Хотя, когда были первые просмотры, мужчины в зале кричали мне бы такую жену. Не разобравшись, что, между прочим, муж у нее, она его так воспитала, что он уже не смог выдержать ничего этого. Но, тем не менее, поступки все замотивированы. Понятны, почему она так поступает. Понятны потому что понятно, что она хочет. Чего она добивается.
Именно поэтому она так поступает. Поэтому и отношение у меня к ней, как к такому человеку, который поступает вот так. Мы всегда должны быть адвокатами своей роли. Всегда, даже самого последнего подлеца ты играешь. Потому что если вы этого последнего подлеца в жизни спросите, хороший ли он человек, он вам скажет, что он прекрасный. Поэтому, естественно, мы должны быть адвокатами роли. Вы сейчас сказали про возраст. А у вас божественный возраст. Нам бы всем бы вот научиться так держаться, говорить. И спасибо вам большое за ваши вот рассказы. И всего вам доброго. Спасибо большое. Спасибо большое. Тогда я позволю себе задать еще один вопрос. Мы презентуем книгу. А будет ли еще одна? О чем? Я же не писатель. Все, что я хотела вспомнить, я вспомнила и поместила в эту книгу. После того, как я поместила, есть ли у меня еще воспоминания? Есть, но их так немного на книгу не наберется. Так что думаю, что вряд ли. Тогда у всех есть возможность подписать книжку, автограф. Я прошу пройти в зал библиотеки. Вот, Вера Валентиновна с удовольствием подпишет каждому желающему книжку. Спасибо вам большое, что были с нами сегодня.